На протяжении 18 лет Корнеаль создает мир красоты. Мы остаемся лидером косметологического рынка России. Вставляем передовые методики и уникальные препараты эстетической медицины. Формируем новый взгляд на бьюти-индустрию. Наша компания за открытость и прозрачность, экологичность и безопасность. Мы гарантируем оригинальность и высочайшее качество поставляемой нами продукции. Любой уважающий себя врач-косметолог, он должен помнить, естественно, в первую очередь, что он врач, что он не должен навредить пациенту, должен обеспечить пациенту безопасность, комфорт и качество процедуры. Необходимо работать с проверенными компаниями, с компаниями, официальными поставщиками, которые предоставляют и продают только сертифицированную продукцию, которая прошла лицензирование на территории Российской Федерации. Например, вот как компания Корнеаль, которая уже давно продает препарат, всем известный гиалуроновую кислоту «Филлер Принцесс». Ежегодно Корнеаль принимает спонсорское участие в отечественных и международных научно-практических конференциях, конгрессах и симпозиумах. В этом году уже по традиции мы стали партнером 21-го международного симпозиума по эстетической медицине «Самэкспо», который проходил с 19 по 21 января в Центре международной торговли на Красной Пресне. Мы получили вот замечательную награду от Конгресса как партнер, как официальный партнер. Помимо того, что компания «Корнеаль» участвует в симпозиуме по эстетической медицине, в наших научных мероприятиях, является экспонентом выставки, также компания «Корнеаль» поддерживает наши два ведущих профессиональных B2B-издания. Это «Эстетическая медицина» и журнал «Новый эстетик» для косметологов и ведущих врачей бьюти-индустрии. Партнерство и дружба нашей компании приносят несомненные плоды. В рамках мероприятия сертифицированные тренеры компании «Корнеаль» подготовили блиц-доклады и провели мастер-классы по эстетической медицине с использованием препаратов бренда «Принцесс». Это продукт для специалистов и пациентов, которые отдают предпочтение именно естественному результату, деликатной коррекции, а не грубым объемам. Препарат высочайшего качества, высочайшей степени очистки сырье. Самый большой плюс препаратов «Принцесс» – это в их молекулярной массе. Препараты контурной пластики с молекулярной массой до 3 миллионов дальтон, они максимально безопасны для наших пациентов. Это большое преимущество. Второе преимущество – это то, что это фармацевтический холдинг. И третий момент – это пластичность, эластичность и то, что мы можем работать в верхних слоях подкожно-жировой клетчатки. Первое, что отмечают врачи-косметологи – это рост спроса на аппаратные процедуры. Также в моде натуральность. Это касается ингредиентов косметологических лекарственных средств до тренда отсутствия пластиковых лиц. Здесь идет запрос на аминокислоты, пептиды и биоревитализацию. И, конечно, последний тренд, который останется с нами навсегда, это безопасность и быстрое восстановление после процедур. Всем этим стандартам и качествам соответствуют препараты Кромофарма и бренд «Принцесс». Находясь в авангарде бьюти-индустрии, компания «Корнеаль» не только задает тренды в мире красоты, но и находит единомышленников с похожими ценностями. Что касается современных трендов косметологии, это, конечно же, экологичное лечение. Это лечение любых дерматологических проблем с комплексным подходом. Начиная от назначения чекапа организма, за коррекции питания, нутрициологической поддержки и в дальнейшем составление грамотного, экологичного, хорошего плана лечения, который включает в себя и инъекционные методы лечения, и аппаратные методы лечения. Мы начинаем смотреть на рынок инъекционных препаратов. В любом случае, первое, на что мы обращаем в самую первую очередь, это наличие регистрационного удостоверения и всех сертификатов качества. Женщины стали развиваться. Они понимают, что лучше быть индивидуальной и целостной, чем нежели вот такой куклой. Соответственно, так как снижается качество запроса, то и доктор грамотный, знающий, действительно будет правильно подбирать те процедуры, которые будут сохранять индивидуальность каждого твоего пациента. Поэтому за эко-индустрией, сохранение молодости, за ней будущее. Мы сейчас работаем на лечении, на оздоровлении кожи, на поддержании ее молодости. Если говорить о трендах развития уходовых программ, спа-уходов, различных ритуалов, это замечательно и здорово. Потому что без дополняющих методов, без того же массажа, без качественного, профессионально подобранного только единственного ухода, и без каких-то, может быть, релаксирующих ритуалов, невозможна гармоничная жизнь современного человека, невозможно поддержание красоты. Как и прежде,
В основе истории нашей компании – верность себе. С самого начала. На протяжении всего пути –